было бы время задано. А чому треба застосовувати руку людям, у яких немає фантомних кінців, тобто які народились по ній? Ну, як я і казала, людина може призвичаїтися до третьої руки. Якщо вона може призвичаїтися до третьої руки, то в принципі вона здатна призвичаїтися до першої там, чи другої, якої в неї не було до народження. В этом случае на самом деле не важно, какие там сигналы куда идут, главное, чтобы ну, научиться ими управлять. А на самом важно, деле... куда они идут. Это вот, важно. Имеется в виду не важно, чтобы они были такими же, как и у других здоровых людей, так ведь? Они могут... Важно ли куда? Синестезия как раз говорит о том, что не важно. Важно ли куда? Синестезия как раз говорит нам о том, что не важно. Мы можем на тактильную кору подавать зрительные сигналы. Если мы говорим о центральной нервной системе, то если куда-то рядом с моторной корой имплантировать электрод, с помощью которого человек двигает третьей рукой, то со временем там организуется зона, которая будет отвечать именно за третью руку. А ну то есть если у здоровых людей там аудиозона, допустим, то у человека, который научился, там может быть что-то моторное, да, то есть совсем другое. Ну на самом деле желательно все-таки, как правило, их имплантируют рядом с соответствующей зоной, рядом или в нее, собственно. Ну то есть на самом деле это важно, ну, но не совсем-совсем супер важно. Я не знаю, честно говоря, потому что даже никто не пытался в аудиальную зону что-то моторное. А скільки ще таких гіпотетичних шостих почуттів можна ще відкрити? Яка колокація там, і інші непритаманні людини відчути? Ну, насправді, як я і казала, в принципі, все це можна відчути, всю цю чорноту. А скільки ще? Але скільки ще, нам невідомо. Ми ще не дійшли до меж можливостей людського мозку. Факт в тому, що нове відчуття, воно не, з часом воно не конфліктує по своїй зональності із іншими відчуттями. Ну, тобто бажано його, звичайно, Кевін Ворік, скоріш за все, відчував еколокацію як тактильну чутливість, ну, приблизно. Мені важко сказати, я не відчувала еколокації. Ось, але ну, суть приблизно така. Тобто воно буде, скоріш за все, схоже на реальні, ну, на наші нормальні відчуття, але не зовсім так. По принципу всех этих ощущений один и тот же. Там подается какое-то раздражение, оно пересылает импульс, и что-то в мозгу какое-то ощущение рожает. Да. Дело в том, что важно подвести информацию к мозгу, а он уже сам придумает, как ее обрабатывать. А ну и вся эта информация, да просто кусок электричества по нервам, так ведь? Да. Все, то есть там разная, наверное, ну, сила, все такое, но... Да, мы же не работаем с нейромедиаторами, то есть от нервной клетки до нервной клетки мы не передаем. Мы, по сути, рядом с нервными клетками, с телами, делаем небольшие разряды, и они все равно возбуждаются. На самом деле есть несколько способов возбудить нервную клетку, не только электроимпульс из электрода. Ну, это уже такое. Да. А про розробку нейроінтерфейсів, що записують в пам'ять, щось відомо? Вони ведуться? Ну, наскільки мені відомо, не знаю, мені здається, що, ну, я не чула принаймні так активно, вони, мабуть, ведуться, але не настільки, ну, результативні, щоб про це щось хтось казав. Я принаймні не чула. По факту тот, который дает зрение, тот же дает и возможность теперь записывать в память. Или в чем вопрос был? Это большая разница, подавать нервный сигнал или записывать информацию напрямую в память? У нас нет никакого способа записывать информацию в память, кроме как подавать нервные сигналы. Это один и тот же процесс. Вся моя память образовалась следующим образом. Я получал нервные сигналы. Не происходило ничего иного. Ты и получал ваши нервные тоже сигналы, а потом они записывались в мозгу, ну, они в память или связи нейронов. Да. Записывающий интерфейс – это интерфейс, который создает напрямую связи нейронов. Ну, это сложно. Но это не интерфейс, это связи нейронов. Типа одной и той же сути цепочки и для того, чтобы создать ложные воспоминания. Но это на уровень сложнее называть, кажется. А тут все про очи, про слух, про руки, а ноги? Ну, про ноги приблизно
так же ситуація, ну, трохи краще, тому що ногами нам не треба тонку моторику. Насправді зараз існують, ну, їм не настільки потрібна чутливість, бо, умовно кажучи, тактильна чутливість може передатися просто як фізичний контакт з поверхнею, навіть якщо там частина ноги – це, по суті, там пружинка. В принципі, я бачила відеозапис танцю. Танцю однієї ноги, але двох людей. Тобто один був з одним протезом, а інша була з двома протезами в кінці. Ну, якось виходило танцювати. Ну, тобто, насправді, оскільки нога, в принципі, не потребує от якихось тонких рухів, то це простіше. Тому, скажімо, наша основна проблема – це рухи.